Ребят, привет, с вами Игнат, и мы вон где, мы на Фиоленте. Ребят, смотрите, здесь вон все люди фотографируются. Да смотрите, свадьба настоящая. Как круто. Я в Любимовке, вон они, виды какие. Я во влоге говорил, что время сейчас 2 часа. И как бы вот центральный пляж Любимовки. Ну, дома, наверное, все. Вон какое море. У нас, короче, семизнизовка опять пришла. Поэтому мы приехали купаться в Любимовку. Вот они, мои красивые, любимые виды. Это так круто смотрится. Мы сейчас пока приехали из Фиолента. Уже был дождь. И лило прям как из ведра. И были облака, и пасмурно. Приехали в Любимовку. Капец. Как будто и не было никакого дождя. Смотрите, тут вот так вот течет, как глина к морю. Да, и море здесь, я еще Сереге говорил, море песчаное, оно здесь не песчаное, оно же здесь вперемешку с глиной. Вон он, этот завал, сейчас мы уже к завалу с вами подойдем. А вон истребитель идет на спуск. Ой, я сейчас буду караулить истребителей, приземляется в Бельбек. Я еще, знаете что, я думал, что тут надо полетать, а как тут полетать, если здесь Бельбек? Здесь-то, наверное, быстро оформят, так что полетов не будет. Отсюда. А я уже по пляжику иду. Красота. Ножки мне помочить. О, прям на ноги. Хорошо, как. Ребят, какой-то я увидел заброшенный дом наверху.
Сзади меня он там пляж. Я иду наверх. Знаете, что? Здесь вот все в ежевике. Смотрите, черная прям ежевика. Сейчас я ее буду есть по дороге. Так, где она? Эх. Короче, вот она. А еще тут, ребята, все в туалет сюда ходят. Поэтому все тут заминировано. И все тут в ежевике. Блин. Блин. Ну зато вон как отсюда смотрится. Красиво море. А я иду вон туда. Вот, ребята, видите? Я думал, я вот сюда дойду. Там какой-то дом прям был вмонтирован в гору. Но здесь не получится, потому что здесь нигде не подняться. А там уже бельбек, ограждение бельбека. Но зато какие отсюда виды, я вам покажу. Ребята, кто знает, что это такое? Пишите мне в комментариях. Видите, прям встроено было в этот... Оползни же, знали же об этом, и все равно что-то там построили. Видите, какая глиняная вода. Сейчас столько самолетов летало, истребителей над пляжем. Они прям виражи всякие делают. Ну, я фотоаппаратом не могу их поймать. Они прям хоп и уходят. И вот был прям, и не знаю, не турборежим, наверное, включают. И прям исчезают из видимости эти самолеты. Ладно, ребят, буду прощаться. Короткий ролик сегодня. Вот такой ролик-замануха. Завтра я выложу, ребята, ролик с прошлого года. Мы тут были с мамой и сестрой. Посмотрите, что тут было в прошлом году. Все, я с вами прощаюсь. Спасибо, что посмотрели этот ролик. Подписывайтесь на канал, лайкайте видео. Пишите ваши комментарии. Я... Наверняка кто-то из моих подписчиков знает, что это там наверху было. Все, ждем. Встретимся. Жду вас. Встретимся в комментариях. На сегодня я с вами прощаюсь. С вами был Игнат. Пока.